Всем приветик! Смотрите, с кем мы сегодня встретились. Это Наталья, она участница моего нового проекта. Мы сегодня будем ей подбирать образы и послезавтра фоткаться. Так что следите. Помните, я выкладывала вот эту картинку? Это мое психологическое тело, это новый метод в стилистике. И я как раз-таки искала себе что-то подобное. И вот, наконец-то, нашла. Знаете, как я в этом себя чувствую? Как будто это продолжение меня. Вот просто как будто бы взяли и надели мою душу на мое тело. Это просто непередаваемое ощущение. Симпатичное летнее платьице меня привлекло. Для всех романтичных типажей и для всех гаминов, в принципе, тоже подойдет, потому что состоит из мелких цветочков. Если кто-то хочет сиреневого цвета в свой гардероб, вот такое платьице есть. В нем жесткие подплечники присутствуют. Где-то на рост 165, не выше. Кому жарко в офисе, вот так можно одеться. Туда, под низ, можно какой-нибудь кроп-топ даже. Ну и, конечно, заменить обувь на лодочки. Вот я еще примерила такую кофточку. И она очень похожа на предыдущую по своей идее, да, вот этой вот выделке, но по цвету и по фактуре она слишком простоватая для меня, и я уже себя не так круто чувствую, как в предыдущем варианте. Поэтому этому мы с вами именно и будем учиться на курсе, как учесть все, и фактуру, и цвет, и форму. Вот еще кому жарко, можно такой комплект составить, но это, как вы видите, больше для натуралов подойдет. Если что, это лайм. Вот это платье из лайма. Это просто must-have сезона, мне кажется, для каждой модницы. Есть такое еще в зеленом цвете. Но я бы выбрала белое, потому что оно более универсальное. Купила бы сюда сандали и ходила бы. Красивый такой нежный лаймовый оттенок. Подходит всем светлым приглушенным цветотипом. А если вы яркая или темная, то добавляйте яркие или темные аксессуары. Смотрите, с кем мы встретились. Это же классный дизайнер украшений. Но она не просто делает какие-то там украшения, да? А что это такое? Марина, я тебе вот такую вот прекрасную девушку. Смерть в кокошнике. Представляете, да? Это арканы. Украшения по арканам. В твоем портрете есть смерть, это ежедневная твоя трансформация, все, что происходит с тобой каждый день. Супер. И пусть просто она тебе помогает трансформироваться во благо, да. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо, Свет, ты просто гений. Запоминайте вот эту девушку, мне кажется, хотите? Скоро она просто будет мега популярной, и к ней не пробиться будет уже. Как вы думаете, чем будут заниматься девочки в перерыве между шопингом? Конечно же, будем разбирать портретики, и нам будут валиться осознания. Вы спрашиваете, это та самая сумка? Да, это она. Видите, как она круто заходит под любой мой лук. У меня сегодня еще сережечки такие, немного повторяют цвет ее. И повтор в юбке идет. Вот такой обычный прогулочный образ, достаточно женственный и сексуальный. Так, задаете мне много вопросов по поводу нового курса. Он у нас стартовал буквально вчера, поэтому вы еще успеваете к нему присоединиться. Все занятия у нас будут записываться и будут доступны вам пожизненно. Также у нас будет чат с обратной связью и с домашними заданиями. Поэтому, если вы хотите прокачать свой стилистический скилл, yourself at the subway with your world and a bag by your side. Еще у меня есть нереально крутая новость. Я пошла учиться на стилиста.
Это просто офигенно. Это не просто мода модная. Это работа с собой, работа со своей душой. О, девочки, это будет огонь.